Главаря так называемой ДНР Александра Захарченко подорвали в центре оккупированного Донецка. Информацию уже подтвердили в СБУ. Взрыв прогремел в одном из кафе. Позже в администрации самопровозглашенной республики заявили, что в результате покушения один человек погиб, и еще трое ранены. Подробнее в материале. В центре Донецка, в кафе «Сепар» на улице Пушкинская, средь бела дня прогремел взрыв. По данным правоохранителей, так называемая ДНР во время взрыва тяжелые травмы получил главарь боевиков Александр Захарченко. Медики успели его привести в больницу, где он и скончался. Кроме того, ранен так называемый министр налогов Александр Тимофеев. Он госпитализирован. За нашими данными, эта информация відповідає дійсності, и мы вважаем, что это результат міжосібних війн, які не перший рік відбуваються між терористами, їх російськими кураторами. Вони не можуть поділити гроші, владу, можливо, це помста, але ми не знаємо достеменно. Александру Захарченко было 42 года. Он пророссийский боевик, главарь так называемой ДНР. Во время начала сепаратистских выступлений на востоке Украины руководил отделением Харьковского бойцовского клуба «Оплот». В мае 14-го был военным комендантом. Впоследствии назначен на должность заместителя министра внутренних дел ДНР. После нелегитимных выборов в ноябре 2014-го занял пост председателя Совета министров самопровозглашенной республики. По данным СМИ, в 2010-м Захарченко проходил обследование в Харьковском областном центре медико-социальной экспертизы. Там ему была официально присвоена вторая группа инвалидности по психическому заболеванию. До военных действий на востоке Украины торговал курами на одном из рынков в Донецке.